जीवामीषे कितसौहृदार्था जौनेषु देहान्तर्वार्तिकेषु गेहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यवदार्थाश्च लोके जीवामीषे कितसौहृदार्था जौनेषु देहान्तर्वार्तिकेषु गेहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यवदार्थाश्च लोके। শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহু পাঠ্য সকাল শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সরস্বতী গোস্বামী বহু পাঠ্য Somebody speaking, don't try to disturb me. I like to Кто-то говорит, stay что не надо беспокоить меня, хочу жить так и не беспокоиться ничем. Я хочу жить такой умиротворенной жизнью, чтобы не было никаких беспокойств. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что кто-то может сказать, что хочет жить умиротворенной жизнью, и поэтому не нужно их беспокоить. Они просят их не беспокоить. И Шрила Прабхупад говорит, это один из видов вожделения. Это такое пассивное вожделение. Не активное, это не видимо, то есть это не так просто обнаружить. Но это кама, то есть желание самоудовлетворения. This is also prohibited. И это тоже запрещено. This is also prohibited, strictly prohibited. Строго запрещено. If you want to identify Если вы yourself хотите as a говорить, member of Gaudiya Matha, говорить о себе как о участнике Гаудия Матха, то это полностью запрещено. No question of leading Нет никакого вопроса ведения такой спокойной, умиротворенной жизни. Поскольку Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, любые проблемы, любые вещи, которые случаются в нашем мире, это все хорошо, поскольку я хочу служить тебе. Я хочу служить Падме, Гуру и Гуранге. И поэтому любые проблемы, которые приходят в мою жизнь, я приму их. Приходите. И Кунти Деви говорит, о Господь, о Кришна, я хочу, чтобы разные проблемы приходили в мою жизнь. Why? Почему? Nobody want like that. Никто yes. не хочет такого. Because the problem Поскольку coming, если I проблемы приходят в нашу, I мою жизнь, у меня есть возможность помнить тебя. Also, Иначе, о Верховный so Господь, если ты дашь мне так много возможностей, так много удобств и спокойствия, чтобы никто не беспокоил меня, я не буду помнить тебя. И поэтому это очень благоприятно. Я хочу, чтобы проблемы, несчастья приходили в мою жизнь. И те, кто хотят говорить о себе как об участниках Гаудия Матха, они не должны так говорить. Любые проблемы, которые приходят ко мне, к нам, это хорошо. Вы должны помнить этот киртан, каждый день петь его, чтобы развить такое умонастроение. Почему я начал с этой шлоки? Какова причина? И на самом деле, вчера я четвертую часть, четвертую песню Бхагаватам я закончил обсуждать и начал с первой шлоки пятой песни. И я уже сказал, что вчера Приаврата Утанпад вы уже знаете об Утанпаде. Я говорил об Утанпаде, о отце Дулы Махараджи, вы помните?
он был младший брат Приябраты. И согласно ведическим предписаниям, нет такой системы, что младший брат может стать царем, если уже есть, но если у него есть старший брат. То есть младший прав никаких не имеет. Но это очень так необычно, поскольку Приябрата, он с самого детства ходил в лес и медитировал на лотосные стопы Господа Кришны, и что делать? Он не жил в своем дворце, он ходил в лес, совершал баджан, медитировал, и Ману Махарадж был вынужден сделать второго сына царем Утанпаду. И через какое-то время, через долгое время, была такая ситуация, что не было никого, кто бы мог управлять царством. И тогда Ману Махарадж был очень обеспокоен. Он думал, что, по крайней мере, сейчас он может вернуться и повелевать этим царством, но он не был готов, а тем временем он отправился в Мандарачал Парват, совершал баджан, он размышлял о лотосных стопах Верховного Господа, а тем временем Нарада, он тоже помогал ему. И Нарада – это Ачарья Бхакти Марга. Нарада – он Ачарья Бхакти Марга. Нарада – он всегда готов помочь нам, если мы хотим совершать баджан. И вот Нарада пришел и решил помочь Приябрате. Он всегда ему помогал, но этот случай был особый. И вот он совершал баджан. И вот вчера я говорил о том, что Парикшит Махарадж, он выразил, он сомневался. И вот Шрила Парикшит Махарадж, он сомневался и спросил о Гурудев. Мы слышали, что он практически отречен. Он полон бхакти, он всегда думает о Верховном Господе, он Атмарам. Атмарам – это тот, кто самоудовлетворен. И почему он вернулся назад, чтобы заботиться о своем царстве? Мы также знаем, что те, кто освобождены от этих материальных оков, те, кто Атмарамы, для них обычно эта материальная жизнь, она не подходит, она неблагоприятна. Те, кто Атмарамы, для них мы находим, что семейная жизнь неблагоприятна для них, они не хотят жизнь, семейной жизни, но все же мы видим, что он вернулся из леса и приступил к исполнению своих обязанностей. Как это вообще возможно? Мы хотим знать об этом. И вопрос был таков. तद्रीशीनाम दिजर्सव ग्रहेशु अभीने विश्वायम पुंसाम भवितुमरहति महताम खरुवि प्रस्तेरुत्तम स्रोकपादयो छायानिब्रित्तो चित्यानाम नाकुटुम्बे स्प्रिहामति This kind of, you know, Atmaram, those were less interested. They never feel any kind of attraction for son, daughter. И вот Атмарама – это те, кто не чувствует никакой привязанности ни к чему материальному, никакая привязанность. Они не чувствуют ее. Это очень такая превосходная шлока, с которой я начал.
я дальше ее более подробно объясню. И тогда Шукадев Госвами, он выражает свое почтение, он восхищается этим вопросом, который спросил Парикшит Махарадж. Он сказал, что это очень важный вопрос, и Шукадев Госвами говорит сейчас. Макаран чаранаравиндам макарандарасо ависита четасо бхагавато парамахамса дайто катхаям кинчит антарая витам свам сиватамам падавимна прайна хинманти барам уктам бхагавато уттама срокасо симат чаранаравиндам макарандарасо ависита четасо Бхагавату Парамахамса Дайто Катхаям Кинчит Антарая Вихитам Свам Сиватамам Падавимна Прайна Хиннанти. Гурдев speaking, Сукдев, и вот Гурдев говорит, Шукадев, ты прав. Он сказал, что ты прав. И те, кто Атмарамы, мы иногда видим, что они приходят домой, живут семейной жизнью, но вреда это не может никакого им принести. Вы уже знаете, многие преданные домохозяева грехасхи, сочетание Махапрабху, подавляющее большинство из них грехасхи. Не думайте, что жизнь домохозяина бхакти невозможна. Не думайте никогда так. Жизнь домохозяева, домохозяина, она благоприятная, и вы можете обрести бхакти, будучи домохозяином. Шрила Бхактина Такура был грехастхи, Шивас Пандит и все остальные спутники Господа, кто не был грехастхи, все были домохозяевами, но они все обрели великую преданность. Шивананда Сен, Чампакалата. Он в Радхагавиндалиле, он Чампакалата, он получил всю их милость. И не думайте, что в семейной жизни невозможно совершать бхакти. Я могу доказать это более практически более благоприятно вот в эту кали-югу. Я могу доказать это многими примерами. Находиться в семейной жизни в кали-югу более благоприятно. И Шанкар Бхагаван, он тоже грехаст. Шанкар Бхагаван, он говорит, что у меня нету преданности, это рассказывается в истории с царем Читракету. И смотрите, можно найти, а он шутил с Шанкар Бхагаваном, что смотри, ты великий преданный Парамахамса, а сидишь в обнимку с женой, что это перед людьми? Он пошутил, Шанкар посмеялся, Шанкар, он хочет показать всем, что у него нету преданности, нету бхакти, просто какой-то материалист. А те, кто, то есть те, у кого есть бхакти, они хотят всем показать, что у них нет преданности, а те, у кого нет преданности, они хотят всем доказать, что они настоящие преданности, что у них много бхакти. Это как пример с богатством. Если вы богаты, вы не будете на показ всем показывать, всем хвастаться. Вы, наоборот, будете вести себя как нищие, чтобы никто лишнего не подумал. Так что настоящие владельцы какого-то бизнеса или какого-то капитала, они не выставляют это на показ. Это как-то хранится в секрете. И также бхакти. Бхакти — это наивысшее богатство. И это самое ценное в этом мире. И смотрите, Шукадев Госвами говорит, да, ты прав. Но иногда те, кто самоудовлетворены, те, кто полностью, их сердце полностью
насыщена лотосной преданностью, и тогда, когда их ум, тело и органы чувств, они полны бхакти, полны преданности. Это подобно опьянению, они не чувствуют ничего иного, кроме Кришны. И в этом случае... Это состояние авеш называется. Это подобно индукции. Ну, это как авеш, значит, то есть они... Это некое такое вдохновение. The great devotee, why he want to go to forest? И почему Приврата такой великий преданный, он захотел отправиться в лес? Почему? Потому что ему он хотел избежать материальной жизни. That's why he wanted to go back. И поэтому он хотел вернуться в лес. What to do? Но что делать? But one day, actually, однажды Мануи Махарадж was feeling tension. Ману, он беспокоился, что делать. He wanted to bring хотел вернуть своего старшего сына Приврату назад в царство. In that case, you see, he was appealing to Brahma. В этом случае он молился Брахме. О Брахма, о отец, что делать? Он не хочет возвращаться назад. Then one day, you see. И тогда в один день, when Naraji Maharaj giving nice instruction, when Naraji Maharaj giving nice instruction to Priyabrata in the Mandarachal Prabha, Priyabrata на Мандарачале, Mandarachala, in front of Priyabrata. At the same time, we find. И в то же самое время он увидел, что Ману пришел туда. И Ману хотел попросить его вернуться назад домой, но тем временем случилось чудо. Они увидели, что Брахма и Сатья-Локи нисходят на своем этом хамсе, на лебеде. И вот он с Брахмой так снизошел, и когда Брахма снизошел, они были удивлены, как сам Брахма пришел. Атохо Бхагаван Адидево Итасса Гуно Висаргасья Парибриннанану Анудьяна Вевосита Сакало Джагадабхипрайо Атмо Джони Ракхило Нигама Ниджагану Парибвесчита Сабхаванад Абхататараха. 7. Атаха Бхагаван Адидева Итасо Гуно Висаргасья Парибриннанану Дьяна Бабаусито Сакала Джагадабхипрайо Атмо Йони Ракхило Нигама Ниджо Гана Паривисчита Сабхаванад Абхататараха. I mean, full troops. Brahma with some rishis and everything there. Brahma coming down. И вот Брахма со своим окружением, он снизошел, и все начали поклоняться ему, поскольку когда Брахма снизошел, то в то время... С различных планетных систем, поскольку Брахма снизошел с Сатья-Локи. Вот эти Бур, Бува, Свар... И вот когда он сходил на Тапа-Лока, Маха-Лока, Джан-Лока и так далее до Земли, они, эти жители этих планетных систем, они поклонялись Брахме. И таким образом Брахма, он
пришел, снизошел. И описывается. Равипуджаманаха пати пати са барутаса ситха гандарбос саддо чарно муниганай рупогиямано гандар гандар гандамадано дронинь абхасаян нипо. It is not Mandrachal Prabhupada, I forget. It is Gandamadana. I forget. Excuse me. I'm considering concentrating не Мандрачал, so, было другое место. Не расслышал, как на санскрите. So now, actually, everywhere, поскольку он в этой Брахманде Адидев, Брахма. Before Sankar. Because Chatushan also come. Chatushan. Чатушван, Шанкар, он младший брат Чатушвана. Шанкар Бхагаван, он младший брат Чатушвана. Может, Чатушван выглядит как пятилетний мальчик, ходит без одежды, но он... Он просто находится в теле ребенка, а ему столько лет, что невозможно представить. Никто не понимает, насколько они мудры и стары. И вот когда Брахма снизошел, все встали. Нарада, Ману, Приеврата, они предложили свои полные распростертые поклоны. И после этого Бхагаван Брахма начал говорить о Приеврата. Не думай по-другому. Не пытайся понять меня правильно. Я пришел к тебе с особой целью. У меня нет никакой корысти. Я занят в служении, которое даровал мне Верховный Господь, и поэтому пойми меня правильно. У меня нет никаких личных интересов. И Брахма начал говорить Приеврате. Масвитам девам архасья прамеям байам бхавасте тато еша махарсир бахам сарве вивасая садишчам 11. Нибоду тато, listen to me, my grandson. О, мой внук, слушай меня. Actually, don't try to take it in a bad way. Negative way. You should not express jealousy as a virtue to me. Ты не думал, не должен гневаться на меня. Я nectarian speech in front of you. It's not скажу тебе нечто, слушай. Nibodho tati idam amritam babrimi. I'm going to speak the nectar. Я хочу сказать тебе нечто нектарное. Be careful. Будь внимателен. Я, Шанкар, Индра, Варун и все другие полубоги. И Махариши, они все, то есть я, Шанкар, все Риши Муни, то есть все повелители конкретных стихий, они вынуждены повелеваться воле Верховного Господа. Я не живу так, как мне заблагорассудится. Я исполняю волю Верховного Господа. Пойми меня правильно. Actually, point is that nobody can break his rules and regulations. Яд бачи тантрам сакар гунакарм дам ви 14. Яд бачи тантрам гунакарм дам ви судустароир батсо вайам сужоита сарви вахам болими сварайо
Protahan siva dipate chatuspat. We have two legs. We think we are human beings. Вот у нас те, у кого две ноги, они думают, что они люди, а животные у них четыре ноги. Bull. Sometimes they are engaged in service by human beings. И иногда они заняты в служении людям. Люди делают вот быкам, в частности, отверстие в носу, продевают туда кольцо, а потом веревку в это кольцо и занимают этих быков, ну, в какой-то деятельности. Но раньше быки были такой движущей силой. Вращали какие-то механизмы, предназначенные для поднятия воды, либо отжима масла с каких-то культур. И поэтому вот Брахма говорит, что мы также подобны этим животным, что у нас есть такое кольцо в носу, за которое нас... из-за которого мы вынуждены делать те или иные действия, и мы вынуждены получить результат наших предыдущих действий. Помните, каждый, любое творение в этом мире, кто же нет, все вынуждены получать результат. Карма-фол, результат своей предыдущей кармы, никто не может избежать, они должны получить. То есть любое живое существо, оно получает результат своих предыдущих действий, никто не может избежать этого. И вот в шастрах описывается, что никто не может избежать этого. Авасамива бхактябхя кита кита кармам субхасвам. Авасамива бхактябхя. Аваса it's a must. Аваса значит вы должны, каждый он должен получить результат своих прошлых действий. Вам не нужно даже думать об этом, они автоматически придут к вам. И Брахма говорит, мы все дживатмы здесь, и что говорит о дживатмах мы? Я сам Брахма, Шанкар, Варун, Индра. Каждый, они, даже Риши Муни, они вынуждены следовать этому. И поэтому, о мой сын, Сарве Бахама Балимишварайо Протана Сива Дипаде Чатуспат. Sarve Bahamo Balimishwaraya. We are approaching the Supreme Lord with some gift. Bali, you know, tax. You know. К Господу, к Верховному Господу с каким-то подношением. Как подобно тому, как жителям царства какого-то нужно платить налоги царю, как вот отец. Балишвара, значит, подобно дары, дань и подарки. Ну, как Нанда Махарадж платил налоги Камсе, так и все остальные. Если вот быка вести за веревку, которая привязана к кольцу, в его носу, то этот бык вынужден идти за тем, кто тянет за веревку. И поэтому, мой внук, я хочу привести тебе пример, думая об этом снова и снова. Брахма, он у него четыре головы, он настолько разумен. У нас всего одна голова, мы не имеем такого разума. И вот Брахма говорит, о мой сын. Вайам праматтасаванишопи
स्वात यतः स्वास्थ्य सहसार्थपन्या येतेन्द्रिय स्वात्मरतिर बुद्धस्य गृहस्थर्मा किन्नु करति अवध्या 17 my you know oh my boy try to think try to understand this мой сын, слушай. Suppose you are going to forest. Например, ты отправился в лес. Suppose you are going to forest to get free from any kind of problem. Чтобы избавиться от всех проблем, это хорошо. Но когда ты отправился в лес, ты идешь со своими органами чувств и с материальным умом. Твой материальный ум следует за тобой. Твой ум, материальный ум, я уже говорил об этом в Гите. Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне. Моя природа разделяется на 8 форм, и в этих формах влияет на вас. Ваш ум — это не ваш ум, он исходит из этой природы. Ваш материальный ум, он материален, а только когда вы станете великим преданным, ваш ум уже не будет материальным. Но до тех пор, пока вы не развеете такую безраздельную преданность, нишкинчана бхакти, то до тех пор вы вынуждены действовать в согласии с своим умом, куда бы вы ни отправились. То есть, куда бы вы ни шли, ум, материальный ум, он будет с вами. И этот материальный ум, он будет беспокоить вас, поскольку он материален, а вы хотите уйти от него в лес. Но уходите туда с этим материальным умом, этот материальный ум, он будет вас беспокоить, поскольку он материален. Вы не находитесь в таком положении, чтобы контролировать ваш ум и органы чувств. А если вы сможете повелевать органами чувств и умом, поскольку ум — это он высший, он 11, он лидер всех остальных органов чувств, хотя вы не можете видеть ум, он зовется 11-м, самым сильнейшим органом чувств. Панчакармендрия, есть вот Панчакармендрия, Панчагениндрия, а ум, он действует как лидер, повелитель всех этих органов чувств. И вот 17. Когда вы отправитесь в лес, все ваши органы чувств, они отправляются туда. Вы пытаетесь совершать баджан, но все же вы встретитесь с проблемами. Вы отправились в лес, проблем вроде нет, но когда закроете глаза, вас перенесет куда-то там в Италию, в Бомбей, в Калькутту и прочие места, поскольку это... Пример. Подобно частичкам пыли, которые находятся в воздухе, если какой-то луч солнца проникает в вашу комнату, то вы увидите в этом луче света видны тысячи пылинок. И также эти бесконечные вселенные, они подобны пылинкам, которые витают в воздухе. Они все держатся в воздухе по желанию Ананта Дева. И вот подобно тому, как пылинки,
находится в взвешенном состоянии, и также в воде, если взять пробу воды, то ученые, биологи, то есть можно найти много микробов, бактерий и прочих живых существ в воде. Они находятся в таком подвешенном состоянии. И подобно этому вы думаете, что ваш ум чист, но если вы думаете снова и снова и уйдете в какое-то уединенное место о сатсанге, но вы увидите, хотя вы живете уединенно, но вы не живете в уединении на самом деле. То есть внешне физически выглядит так, как Шрила Гоуки Шрадас Бабаджи Махарадж. Разве он живет уединенной жизнью? И вот поверьте мне, то, что я чувствую, я говорю, то, что я сам осознал и по милости моего Гурудева, и я говорю только об этом, те чистые вайшнавы, можно найти, что они находятся в каком-то уединенном месте, но поверьте мне, они не находятся в таком уединении, они все время думают о Гурварге, о Верховном Господе, вот как вам Шридас Бабаджи Махарадж, Гуруки Шрадас Бабаджи Махарадж или Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж. Джаганадас Бабаджи Махарадж, они все время совершают сатсангу. Хотя внешне выглядит, что они живут какой-то отреченной жизнью, вдалеке от людей, в уединении. И вот, а когда мы идем в какое-то уединенное место, сидим спокойно, вроде бы, но спокойствие не возникает, поскольку наш ум, он беспокоен. Если мы посмотрим в наш ум, много тысячи вещей, они находятся там, как планеты в космосе, они просто подвешены в этом уме. И философы, они сравнивают ум с космосом. В космосе можно найти много всяких планет, звезд и всякого прочего космического мусора, которое находится в подвешенном состоянии. И также, если вы посмотрите в ваш ум, вы найдете много мыслей о вашей семье, о вашей родине, о ваших местах, где вы были, о богатстве, еще о чем-то. Они там находятся в тонком виде, в тонкой форме. Это материя не в грубой форме, а в тонком. Как женщины, например, нет в вашем сердце вас, но она может быть в какой-то тонкой форме в вашем уме. Понимаете? То есть это его нельзя избежать, и поэтому предписание, уникальное предписание нашей Гурварги, что нет смысла уходить в какое-то уединенное место. Это была система Гауди Матха, когда он пришел сюда первый раз, читание Матха. Была такая система, установленная Шрилой Прабхупадой, никакой брамачари. И саньяси, они не могут жить в одиночестве, они должны жить в какой-то одной большой комнате. Все брамачари должны жить там. Никто не может жить в одиночку в комнате. У нас сейчас у всех там отдельные комнаты у саньяси, особенно у брамачари. Но во времена Шрилы Прабхупады такого не было. Разве он действительно настолько могущественный, что он может жить в одиночку? Они нет, они слабы. А кто слаб? Тот, кто не может контролировать свой ум и органы чувств. Может, внешне он выглядит как некто могущественный, но внутри он слаб. Равана, он может доказать, что он всемогущий, что он очень силен, но мы можем доказать, что Раван, он низший из творений во всей Брахманде. Как Хираньякашипу, он может доказать всем, что он очень силен, но так и Равана. А Равана гораздо более слаб, чем вы, поскольку он всегда думает о том, как контролировать эту вселенную, о богатстве, о женщинах. То есть он думает о
наслаждениях, и такое умонастроение, оно запрещено. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто хотят получить имя, славу, положение, уважение в обществе, они гораздо более слабы, чем вы. Если вы хотите контролировать это общество, то тогда вы вынуждены встретиться с большими проблемами. Это подобно оковам для вас. Об этом я завтра более подробно буду говорить. И поэтому думаю снова и снова об этом. Вот, например, приводится, что человек, один человек живет с шестью женами. И слушайте, пытайтесь понять это сравнение, если у вашего ума шесть жен, куда же идти? Каждая жена настаивает на своем. И в этом случае проблемно, поскольку для человека сложно следовать всем и сразу. И также джитендри, те, кто могут контролировать свои органы чувств, хотя они живут в этом материальном мире, то никакие проблемы не затрагивают их. Если у вас есть контроль над вашими органами чувств, вы джитендрия, вы живете в Америке, во Франции, в Италии, в России. Свами Махарадж был в Америке, но вместе с хиппи, которые его окружали. Но ничего плохого не случилось. Но Госвами Махарадж, Бхакти Хридая Бандадев Госвами Махарадж, а последнее я слышал, что Бхакти Валабхирта Госвами Махарадж, он проповедовал на Западе. В то время как, но для них он не чувствовал никаких беспокойств там. И смотрите, какие проблемы вы можете встретить в жизни домохозяина, если вы полностью контролируете свои органы чувств и подумай об этом. И в то же время, будучи в семейной жизни, у тебя будет больше возможностей. И в этой семейной жизни Брахма говорит, это подобно форту крепости. И вот внутри этой крепости есть некий батальон, который может сражаться с врагами, и после этого, то есть несколько батальонов, они могут сражаться, другие есть третий отдыхать и так сменять друг друга. Вот подобное крепостям, там есть, в общем, какие-то укрепления, из которых можно сражаться с противником долгое время. И также Брахма говорит, что преданный домохозяин, у него, он может поклоняться Верховному Господу, он может занять своих детей, свою семью в служении, в поклонении Господу. И таким образом они могут занять все свои, все, что у них есть в служении Верховному Господу. И Брахма приводит такой пример. Vicharet vipaschit. Try to consider this point, my boy. Пытайтесь думать об этом. Например, вы находитесь в этой крепости, у вас больше возможностей сражаться с врагами.
you know, food and water, everything, medicine, all there in Durga. То есть в этой крепости есть еда, и где отдохнуть, и лекарства, и прочее. И после этого Брахма приводит пример. Например, вы находитесь в семейной жизни, я знаю, у вас есть какое-то осознание, но все же, если вы хотите увеличить ваше осознание, обрести больше силы, то лучше живите семейной жизнью, защищайте себя. Следуйте Юктавайраги, как, например, Шри Чайтанья Махапрабху дал совет Рагунатху. Шри Чайтанья Махапрабху дал такое наставление Рагунатху. О Рагунатх, возвращайся в свой дом, успокойся. Пытайся поддерживать юктавайрагию такую, как сказать, балансированную вайрагию. Не будь сумасшедшим. И постепенно, по милости Кришны, ты получишь зеленый свет. И по милости Верховного Господа, постепенно этот материальный мир, материальный океан, для тебя невозможно его пересечь без милости Гуру Вайшнавов, без милости Кришны. Ты не можешь пересечь этот океан. Он, это бесконечный материальный океан. Кто может его пересечь? И поэтому Брахма приводит такой аргумент. «О, мой сын, возвращайся и пытайся думать так, что ты находишься в крепости, у тебя есть больше возможностей поддерживать свою силу, ты можешь получить больше энергии, ты можешь сражаться со своими врагами». И что за враги? Вот кама, кродха, лобха, моха, масчарджа, вот эти враги. Почему ты ищешь врагов снаружи вашего, снаружи? Ахилла Прабхупад говорит, враги внутри вас. Пытайтесь исправить себя. Первое наставление, данное Шрилой Прабхупада, это мое наставление вам всем. Пытайтесь исправить себя, исправить недостатки в себе, а не в других. Завтра сначала я буду говорить об этом. अत्येति दुर्गास्त्रितो उरिजितारीनो खिनेशु कामं चरित विपस्चित 18 यह सर्वदन काम क्रोध लोभ मोहम मोदमोहम मोदम मोदमोहम अस्चर्य as a six enemies staying inside your body mind. И вот шесть врагов, которые находятся в нашем уме. Если вы сможете жить в этой крепости, вы можете с этими врагами сражаться более, лучше и победить их. И тогда, вы, где бы вы ни были, никаких проблем не будет у вас. सतो सपत्ना भुंखे हो भगानो पुरुषाति दिष्टान विमुक्त संगो प्रकृति हिम भजोस्यो त्वं तु अब्जुना भांग्री सरोजो कोसो दुर्गास्त्रितो निर्जितो सतो सपत्न्या भुंखे हो भगानो पुरुषाति दिष्टानो विमुक्त संगा प्रकृतिम भजोस्यो. И первое мое наставление. Ты прими прибежище Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Здесь просто Господа говорится, но я более развернуто говорю.
Вначале пытайся принять прибежище у лотосных стоп Верховного Господа. Может, ты находишься в семейной жизни, но думаете, что вы в крепости находитесь. И если вы приняли прибежище у Верховного Господа, то есть вот меня кто-то спрашивает, а у Шрилы Прабхупады спрашивают, адрес ваш, или спрашивает адрес его Гурудева, чтобы оскорбить его, какие-то сахаджи спрашивают, где живет ваш Гурудев, какой его адрес. Они знают, что у Гурудева в вашем храме нет никакого храма, он просто на берегу Ганги живет, и Шрила Прабхупад говорит, знаете, адрес моего, у него есть постоянный адрес, он, это лотосный стоп Шримати Радхарани на Радхакунде, но сейчас он в Кули живет. Вы понимаете? Очень такой умный ответ. И эти сахаджи, им нечего было сказать. И вот... You try to defeat and you know drive all the six enemies. И пытайся победить этих шести врагов, хотя нету у Приврата никаких врагов, но Приврата говорит все равно ему, чтобы он был занят служением в творении. Это служение дано Брахме, Верховным Господом, и он хочет передать эти полномочия своим потомкам и говорит. Если ты ведешь свою жизнь таким образом, ты освободишься от тех материальных оков, но все же... Yeah, I mean enjoy this material, you know. Enjoyment, bhunkho. Yeah, actually, on yeah, I cannot see this, speak this way. Bhunkho mean actually enjoy. Бунка, вот это слово значит буквально наслаждайся жизнью, но преврата, в случае преврата можно использовать так, сказать так, что живи в этом материальном мире, соблюдая юкта вайрагью. То есть Брахма нельзя понимать слова Брахмы так, что он сказал ему наслаждаться этим материальным миром. Более правильно будет сказать соблюдать юкта вайрагью, принимать те вещи, которые нам нужны в служении. То есть зависит от того, как поддерживать ваше тело. Это зовется юкта вайрагья, такая сбалансированная вайрагья вам не нужна. Шрила Бхактивинода Тхакур жил семейной жизнью, но все же все 24 часа в сутки он совершал баджан. Он работал этим губернатором, сидел в своей приемной, но во время обеденного перерыва он писал киртаны. В своем дневнике он писал киртаны. И как это возможно? Всего лишь полчаса у него перерыв на работе, а он переписал киртаны. И благодаря ему так много киртанов осталось после него. Кто может помочь нам, так как Шрила Бхактивинода Тхакур? Думайте снова и снова. Вы очень удачливы, поскольку вы пришли сюда. Будьте осторожны. Я могу заявить вам, что вы очень удачливы, но все же мы неудачливы, поскольку мы не можем понять всего величия этого. И таким образом Брахма попросил его, и Шукадев Госвами говорит, Приврата очень внимательно слушал наставления Брахмы. So wanted to accept and speaking this way. И вот он говорит. Iti samo bhi hato mahabhagavato
Bhagavato Stiguvano Guru Onu Sasanam Atmono Atmano Alobhutaya Bonato Siro Dharu Bharamiti Sabahumanam Ubahu. Is topmost authority here in this inner Brahma. Brahma, он наивысший авторитет в этом материальном мире и. Very carefully is accepting all the advice that Brahma is speaking. Okay, Bharam iti sa bahumanam mubaha. He give the honor to the advice of выражает свое почтение наставлением своего деда Брахма. To take control over this kingdom. This way, Priyabhata, now you know very nicely. И вот выслушав наставление Брамы, Приврата, он опять вернулся в мир и начал повелевать им. Приврата, он был настолько могуществен, это тяжело представить. Now actually, Приврата. И вот Приврата, он женился на дочери Вишвакармы. Это такой полубог на небесах. Он заведует инженерией, всяким строительством и прочим. А еще есть демонов такой же. Это не расслышными его, но тоже полубог, полубог, который занимается строительством на адских планетах. Но там технологии гораздо более продвинутые. И вот что делать? Вишвакарма, его дочь Бахишмути, и Приврата женился на ней и жил семейной жизнью. And ten sons, their name I can see. Десять сыновей было и дочь одна. Махарадж перечисляет их имена. Махавиро Хираньрета Гритопрштос Савано Медхатити Витихотро Эвам Кови. These are the four, you know, sons. Then the daughter. Вот дочь звали Уджасвати, и Приврата, у него была другая жизнь, поскольку те цари, у них у кшатри правило было, то, что несколько жен могут иметь, и от другой жены еще три сына было, вот эти, они все были очень могущественны. И после этого Приврата, он повелевал этим миром. Весь мир, значит, вот это семь материков, Махадвипов. Этот мир состоит из семи континентов, семь островов. Саптадвипадхипати. И вот Приврата решил, разделить весь мир на семь различных частей. И Приврата, когда он ехал на своей колеснице, в то время он сотворил семь морей. И когда Приврата ехал на своей колеснице, семь морей сотворилось. Он очень могущественный. Нельзя сравнить себя с ним. Можно пасть в результате такого сравнения. Он был очень могуществен. И Приврата после... И вот, вот эти имена этих семи континентов. Из всех Джамбудвип, в котором мы находимся сейчас, он... Салмали, Кусо, Крончо, Сако, Пуска.
And outside of each outline, you can find each animal. И каждый этот материк он окружен океаном. Different kind of Lavan Jal. You can say Lavan Ocean. Вот именно название Махарадж перечисляет. But don't think there is a nice philosophy. You cannot understand. You can misunderstand. So I like to, you know, speak very lightly. So Lavan Jal. Lavan water, there was salty water, ikshu jal, you know, sura jal, ghrito jal, dodhi jal, dugdo jal, and suddo jal. Jal means water. И вот название этих морей, океанов. After that you say. И после этого. Now actually, Priyavrata. Priyavrata. Wanted to go to Vajan again. Он опять захотел совершать баджан, поскольку Брахма сказал уже вначале, ты живи семейной жизнью, повелевай миром, и потом придет время, и ты опять можешь вернуться и совершать баджан в лесу. И Priyavrata думал, мои сыновья уже выросли. И он выбрал Агнидру, своего первого сына, чтобы он был царем Джамбудвипа. И вот однажды Агнидра захотел жениться, поскольку но сначала он решил отправиться в Мандарачал, чтобы совершать баджан там, чтобы обрести силу. Чтобы он мог жить семейной жизнью и контролировать этот мир, быть царем, в смысле. Верховный Господь, он знал это, он отправился в лес совершать баджан, чтобы обрести достойную жену. Подходящую жену. И после этого Верховный Господь послал Випрачити, такая небесная, Апсара. И Верховный Господь послал эту Випрачиту к нему. И Агнидра, чтобы женился на ней, любил ее и принял семейный уклад жизни. И это был такой план Верховного Господа. И Верховный Господь отправил эту Випрачити. Випрачити пришла в этот Мандарачал Парват. Она начала, начала мешать его баджану, она стала в этом успешна, и Агнидра, он очень привлекся ею, Випрачити, и в итоге женился на ней. И таким образом мы видим, что Агнидра женился на ней, и после этого Випрачити, она дала рождение девятью различными. Нави, Кингпурушо, Хариваршо, Илабрсо, Рамьо, Hiranmay, Kuru, Bhadrasu, Ketuma. Nine different songs. Она дала рождение девяти различным сыновьям Махараджи, перечисляет. Actually, those are the division of this, you know, this land. India was divided into, Jambudi was divided into. И Джамбудвип был разделен на девять частей различных. Я в дальнейшем обычно об этом буду говорить, а сейчас слушайте. Наби
Нави, он был очень могуществен. Это он, он был первым сыном. Потом Агнидра, он хотел совершать баджан. И он отдал свое царство своему сыну Нави. Actually, Navi he married Meru Devi. И Нави женился на Меру Деви. Meru Devi actually married Meru Devi and also doing bhajan Jogapuru Sarathana Karen. Он совершал баджан, поклонялся этому Яге Пуруше и жил вместе с Меру Деви. И он ожидал, когда у него родится ребенок, такой же могущественный, как Верховный Господь. Нави Меру Деви, они начали совершать яги баджан для удовлетворения Верховного Господа с такой целью, чтобы у них родился такой же ребенок, настолько могущественный, как Верховный Господь. И вот Верховный Господь, он понял желание Нави, и он был вынужден явиться перед Нави в Яге. Он очень могуществен и благословил его: «Чего ж ты хочешь?» Мы хотим, чтобы наш ребенок был такой же, как и ты сам. И Верховный Господь сказал: кто может сравниться со мной? Нет никого, я несравненный. И я думаю, я сам могу явиться в качестве вашего сына. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был такой же, как я, но кто может сравниться со мной? Нет таковых. И вот сейчас Верховный Господь принял решение прийти как сын в жизни этой супружеской четы, и он явился как сын Нави. Это имя ему было Ришабхадев. Ришабхадев – это аватар Верховного Господа. И вот Ришабхадев – это необычная личность. Он воплощение Верховного Господа. И когда Ришабхадев родился здесь, все благоприятные знаки появились. Как полубоги, они начали осыпать его цветами и различные другие прекрасные признаки. Как дождь, например, пошел, такой легкий дождь и другие знаки. И вот когда Ришабхадев рос, вот как только он повзрослел, стал способен контролировать этот мир, повелевать этим миром, быть царем, то есть Агнидев вместе с Меру Деви, своей женой, они отправились в Бадрикашрам совершать баджан там, на Райне. Вы знаете, Нараян там, в Бадрикашраме. На берегу Алокананды можно увидеть Нараяну в форме холма. Один Нара, другой Нараяна. И вот они совершают баджан. И они обрели милость Нараяны и достигли успеха. И после этого Ришабхадев решил совершать какие-то обязанности, но согласно ведам, очень важное. Это Бхарадварша, это место, где вы можете
карму совершать. Карма-кшетра называется. Будьте внимательны во всем мире. Только Индия – это то место. Это карма-кшетра называется. Нет других мест в мире. Карма-кшетра значит… Что значит карма-кшетра? Карма-кшетра значит, если вы хотите следовать… И ведам и ведическим предписаниям, то только в Индии можно это практически всему следовать. Кармакшетра, значит, те наставления, которые даны в ведах. Можно следовать этим наставлениям правильно только в Индии. Это называется кармакшетра, иначе а в других местах в этом мире нет никаких. That's why you see Кармакшетра, кроме Индии, и поэтому Нави is so powerful. Нави он настолько могуществен, и Нави, когда ушел Ришабхадев, явился. Ришабхадев он стал царем. И первое, что он сделал, ну, после своего рождения, имеется в виду, он отправился в Гурукулу, чтобы дать нам пример, что это нужно с вашей стороны ходить в Гурукулу, учиться там и через Гуру Севу, если вы будете получать уроки через служение Гуру, это очень хорошо. Раньше была такая система, если какой-то мальчик рождается, он достиг какого-то определенного возраста, отец и мать отправляют его в Гурукул, и после этого там они развиваются, учатся, какое-то служение совершают, взрослеют, чтобы совершать харибаджан. Если они... И потом они могут либо стать домохозяевами, либо принять отречение. То есть эти возможности, они возможны там. И после этого Ришабха решил жениться на Джаянти Деви. Она жена Индра Датты. Индра дал эту Джаянти он выдал ее замуж за Ришабхадева. И после этого, смотрите, Ришабхадев, он совершал баджан долгое время, и у него было 100 сыновей. Они также были очень могущественны. И первый Бхарат Махарадж. Первого его сына звали Бхарат Махараджа, в честь которого Индия называется Бхарата. Это имя, оно происходит из Бхарат Махараджа. И таким образом, первый Бхарат Махарадж. И после этого следующие девять. Эти махараджи их перечислил. Следующие девять. И после Навайогендра. Навайогендра значит Kobir Havir Antariksha Prabuddha Piplayan Abhihatra Dravid Chamasa Karabhajan is 9. Вот Махарадж их имена перечислил. Первый сказал, первый Бхарат Махарадж был. После этого 9 сыновей. Потом я произнес имена следующих 9, это Навайогендра. А остальные 81 остался. Первые 9, потом вторые 9, потом третьи 9, и следующие 81. И вот этот
остальные 81 сына, они стали очень могущественными браванами. И можно спросить у Махарадж, как это возможно, хотя Ришабхадев кшатри, хотя он сам Верховный Господь, мы знаем об этом, но Приеврата кшатри, и он тоже кшатри, поскольку он его сын, но Сиддханта тут такова. Это зависит от их качеств. Я могу это очень научным образом объяснить в 11-й песне. Я запомню, расскажу более подробно, кто такой браман, кто не браман. В 7-й части мы тоже находим вот этот Дататрея в форме, вот не расслышал, он лежал в одном месте, и перед этим тапасви Прахлад Махарадж спрашивал вопросы, и потом мы находим, Нахусраджа спрашивал о Юдхиштхире Махараджи, о Юдхиштхире. Кто же браман? Юдхиштхира Махарадж говорит, на самом деле, если говорить правду, то у кого есть любовь к Верховному Господу, он слушает, следует всем правилам и предписаниям, он и есть браман. Ништха в брамане, это называется браман. Поскольку Юдхиштхира Махарадж привел такой пример, о царь, как я могу сказать, что он браман или тот браман? Иногда мы находим нечто необычное. Кто-то может родиться, ну, везде. Агастья Муни, например, и Васишта родились от Кумбхи. Это как его? Ну, из кувшина какого-то они родились. Дроначарья из колчана для стрел. Ну, по-разному можно родиться. Это не зависит от качеств, которые мы имеем. Скорпион, например, он. Мы видим отца и мать, но этих, иногда у него есть родители, иногда нету. Они рождаются из оттока. Вот из риса, причем не пропаренного риса, а такого риса, не пропаренного. Если он долго лежать будет, то из них скорпионы могут родиться. Я в дальнейшем более подробно расскажу, кто такие браманы на самом деле. Это пример с Гаутамой Муни. То есть это прежде всего зависит от качеств. От качеств, которым вы обладаете, а не от того, ваш отец браман или не браман, или еще что-то. То есть здесь мы находим, что оставшиеся 81 сын Ришабхадева, они стали наивысшими браманами в Индии. Их имена Махарадж перечисляет. Now actually, this Ришабхадев, он поклонился Верховному Господу, он совершил 100 жертвоприношений яги. И Ришабхадев, он однажды позвал всех своих сыновей: «О сыновья, идите сюда, я хочу дать вам последнее наставление, поскольку я ухожу скоро, а перед этим я хочу дать вам всем наставление, и будьте внимательны, слушайте внимательно».
И Ришабхадев дает наставление этим ста сыновьям. И он начал говорить, что я скоро уйду из этого материального мира, у меня нет времени. Сидите и слушайте. Ришабхадев, он дал уникальный совет, уникальные наставления. Это займет долгое время, если я буду обсуждать подробно. Я буду сейчас это читать, слушать, и поскольку в этих шлоках содержится особая сила. Кратко я объясню, и вот он начал. Наям дихо дихо бхаджам нилоки касчану кам ара хати бирох бирох бирохуджам джи топо дивьям путро каджина сатьям суддхид ясмад брахма шокшан туанантам наям дихо дихо бхаджам нилоки Касчан кам а каман арахати бирабхуджам джи топо дивьям путро каджина сатьям суддхид ясмад брахма шокшан туанантам махат свивам дармаху вимукте стамо дарам яситам санги саньям махантасте самачитта прасантя Vimannavaha Suhido Sadhavoye Jeva Maishe Kito Sauhidartha Janeshu Dihantara Vartikeshu Geheshu Yayatma Yarati Matsu Naprid Yuktaya Vadartha Aschaluke Nunam Pramato Kurute Vikarmo Jadindriyo Pritayo Aprinoti Но садманни ятватманоям ам асанно пи клешаду асадео парававоста бадабуду яту явана джигьясито атматартям яваткрияста бадидам мануваи карматмакам джина сорира бандо Evam manu karma basam prajukto avidyatmo nyupadhiyamani pitirna javad maivasudeve namocchate deho yogena tavad. This way, nice, nice slogans. Oh my boys, oh my song, this human body, и вот он говорит: о, мои сыновья, это человеческое тело. Это тело, оно не дано вам для наслаждения, будьте внимательны. Это тело, оно не дано вам для наслаждения. А для чего? Эти все наслаждения можно найти, даже будучи в телах свиней и прочих животных. Бхактидан Свами Махарадж называл западное, ну, вообще общество, обществом кошек и собак. Эти все материальные наслаждения можно найти даже в жизни собак, кошек и свиней. И что же особого там? Ничего нет, и поэтому вы должны совершать аскезы. И с помощью аскез вы обретете силу. Если вы сможете совершать аскезы тапасью, то тогда вы можете очистить свое сердце. И какова же тапасья? У нас Гауди это совершать санкиртан. Это наша аскеза. Мы следовать Экадаши, слушать больше харикатхи, не значит, что утром в три часа харикатха и все на этом. Нет, вы должны слушать
дальше. Эти вот ученые говорят, что звук невозможно уничтожить, все равно какой-то будет отголосок, какой-то эхо. Вот, а вот эти ученые пытаются поймать звук от наставлений Кришны на Курукшетре во время этого боя. А звук Кришны, он трансцендентен на ваши эксперименты материальные, как они могут это уловить. И вот ученые говорят, то, что вы говорите в этом материальном мире, оно не уничтожается, оно может отражается, переломляется, и эхо какое-то образуется, и этот звук, он существует долгое время. И вот Ришабхадев говорит, с помощью аскез мы совершаем экадаши, радхаштами, занмаштами. Но лучше из аскез, из тапаси, это санкиртана. Но так или иначе, через тапаси вы можете обрести силу, нет сомнений в этом. И вот сейчас Ришабхадев говорит о дети, если вы сможете совершать аскезы, то постепенно вы обретете силу внутри вас, и вы можете очистить также свое сердце через аскезы, подобно тому, как золото. They try to burn and burn gold in fire. Те, кто занимается золотом, они плавят его, нагревают в огне. Then gradually they can get more. И постепенно золото нам больше концентрировано. This means gradual purification. The more you purify, the more. То есть есть различные степени марки золота, чем более очищенные, некоторые менее. И также, если вы совершаете аскезы, то естественным образом они очистят вас. Но для нас Гауди и Санкиртан — это лучшая аскеза, поскольку в читании Махапрабху говорится, Махапрабху говорит, Джагатананда точнее, те, кто совершает Санкиртан, их энергия, сколько нужно энергии, чтобы совершать Санкиртан, только Гауранга Махапрабху, он отец Санкиртаны, он знает об этом. Сколько сил я даю вам, вы не каждый не может понять, сколько я вам всего даю, только Махапрабху может знать. И вот для Санкиртаны вы должны всю свою энергию посвящать Санкиртане. И поэтому, о, мои дети, пытайтесь совершать саду-сангу, и вы должны служить Махадвьякте. О, мои сыновья, это тело, оно не предназначено для материальных наслаждений, а наоборот, вы должны совершать баджан. И через баджан, через аскезы вы можете очистить себя, вы должны служить тем возвышенным душам, великим преданным. Вы должны служить самоосознавшим себя душам. И поэтому я говорю вам, если вы служите самоосознавшей себя душе, вы увидите путь к освобождению. И поэтому те шлоки, которые говорю, не все запоминают. Вот конкретная шлока. स्वामुद्वारम् यसितम् संगी संयम् महत्सेवाम् दारु माहु विमुक्ते महत्सेवाम् दारु माहु विमुक्त आहु मैंने माहु मरने it is called that महत्सेवा это врата к освобождению. Вы можете освободиться от всех материальных оков. Если вы хотите обрести не асатсангу, а йошитсангу, это приведет вас к невежеству, к падению. Йошит и те, кто получают общение с Йошит, они опасны.
И таким образом Йошицанга для вас и те, кто совершает Йошицангу, вы должны быть очень внимательны, вы должны избавиться от этого вида общения. Это оковы. Yashitam Sanghi Sangyam. Yashitam Sanghi Sangyam Tamodaram. Tamodaram, you know, you can go down and down. Это там подобно вратам вада, вад, невежества. И вот эту я произнес также эту шлоку. Гехешу яятма жарати матсу, но прийти юктва явадарта ащолуке. Those who are growing strong relationship with me, try to understand. Развивает любовь, привязанность ко мне, пытайтесь понять. Вот на санскрите, если разделить эти слова, мой ише значит, что я Верховный Господь, а те, кто развивает любовь, отношения со мной, это очень хорошо. Сухридарта значит дружественность, дружба. И автоматически они так теряют привязанность к материальной самсаре. И вот таким образом они избавляются от привязанности ко всему материальному, к богатствам, к семье, к друзьям, к каким-то материальным, имеется в виду, и прочее. То есть отречение возникает естественным образом, непривязанность. И когда Сочетание Махапрабху дает совет Рагунатху, какой совет? Это зовется юкта-вайраги, такая гармонизированное, балансированное отречение. Я делаю все для Верховного Господа, каждый шаг, который совершает чистый преданный, он для полного удовлетворения Верховного Господа. Они никогда не действуют по своей, ну так как... хотят, они действуют согласно воле Верховного Господа. И поэтому, смотрите, они не придают никакой важности материальным вещам, это автоматически происходит. И поэтому, мои сыновья, слушайте, те, кто входит в семейную жизнь, это подобно огню. Это семейная жизнь, подобно огню для тех, но кто не преданный, но для преданных это не так. Те, кто преданные, для них это по-другому. И, то есть, смотрите, спутники Сочетания Махапрабху, они все домохозяева, но в чем проблема? Но здесь, когда Сочетания Махапрабху говорит, что можно из слов Шри Чайтанья Махапрабху в его Шикшаштаке можно найти, что этот мир Давагни, он подобен огню, лесному пожару. Каждый сражается с другим, хочет доминировать над ним. Но вайшнавы, те, кто чистые вайшнавы, они никогда не пытаются доминировать над другими. В этом всем мире можно найти такую картину. Каждый хочет доминировать над другим, возвыситься над другим, контролировать их. Но в преданности это не так.
Each and everybody like to get control over this material universe. То есть все хотят повелевать этим миром этой вселенной, но это не случай с чистыми преданными. И поэтому много раз я говорил в Харикатхе, что мы хотим, чтобы Гуру Вайшнава, они повелевали нами, чтобы это высшее духовное провидение, оно вело нас. Мы слуги Гуру и Вайшнава. И поэтому, о Гурудев, я твоя собака, и какая же обязанность собаки? Иногда я пишу какие-то протестные письма Гуру Вайшнав, они говорят мне, что нужно написать какой-то протест, и я очень такими, основываясь на писаниях, но я пишу такие протестные письма, но вначале я пишу, поскольку я собака Гуру Вайшнав, я вынужден на вас лаять, и обязанность собаки защищать интересы своего господина, и я подобно собаке этим занимаюсь. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур в одном из киртанов поет так. Пуречи томаро харе, туми то Тхакуро томаро кукуро, болия жано море. You must sing. Вы должны петь, помнить киртаны Шрилы Бхактивинода Тхакура всегда. Совершайте киртан, не останавливайтесь, когда вы куда-то едете, идете, никогда не прекращайте петь киртаны и воспевать святые имена Господа. Всегда поминайте, помните и повторяйте Панчататву мантру и Махаманту. Если вы остановитесь, прекратите повторять Харинам, то в этот момент Майя, она войдет в ваше сердце, в тот момент, когда вы забудете Верховного Господа и Гуру и Вайшнава. Это подобно дыре, через которую змея может, в форме Майя дыре, она может войти в вас. One man is supposed to be bite by a snake, but the Jamindar took decision to make an iron roof in which, but where from oxygen coming, I don't know. They block iron roof. No snake. И вот однажды один землевладелец, он, come here, I can bite you. You will have to keep one small hole so that nobody can know. That construct, an engineer was bound to keep. Он получил предсказание, что он умрет от укуса змеи. Он построил себе железную комнату. А этот мастер, который строил к нему, явилась эта змея и сказала, что он должен пометить от укуса змеи, поэтому оставь там дырку, чтобы я могла зайти и укусить его. Но мастеру не оставалось ничего делать, как следовать этому. И также Майя, если мы не будем в тот момент, когда мы перестанем совершать киртан и помнить Верховного Господа, тогда Майя, она может окутать нас. И если вы сходите с ума по этим материальным наслаждениям, кто может защитить вас? И поэтому Ришабхадев говорит, Ядиндрио притаю априноти, но саду манни, ятуатману ям. Осанно пи клешудо асудеху. Actually, those who are, you know, те, кто leading their family life in a very ведут свою семейную жизнь, подобно сумасшедшим, не думают о прошлом, о будущем. Они только стремятся к наслаждению чувств и в Гите, поэтому Кришна говорит. In Gita, Krishna giving advice to Arjuna. Arjuna,
Арджун. Адьянто банто нотишу рамати Будда. Адьянто банто. Адья джейхи санспарсаджа бхога нотишу рамати Будда. И те, кто по-настоящему разумны, они не стремятся к наслаждению чувств, поскольку они знают, что это оковы для них, это препятствие. И поэтому те, кто подобно сумасшедшим, они стремятся, они подобно сумасшедшим стремятся к чувственным наслаждениям, и таким образом, если мы слишком привязаны к наслаждению, мы можем попасть в какую-то аварию, вот, например, как это Диана, ну, принцесса Диана, она замужем была за этим принцем Чарльзом, но она все равно не была довольна, она ехала со своим любовником и разбилась по дороге. И это такой результат материальных наслаждений. И поэтому... Те сумасшедшие, которые не могут контролировать свой ум и органы чувств, будьте уверены, что они будут совершать викарму. Есть карма, акарма и викарма. Викарма — это наоборот, делает наоборот то, что описывается в ведах. Они вынуждены так вести себя, не настолько сумасшедшие. Они всегда думают о наслаждении своих органов чувств. И поэтому мои сыновья... Но я не думаю, что это подходит для вас. И он говорит, я не думаю, что это подходит для вас, поскольку если вы наслаждаетесь сейчас, но последствия этих наслаждений, вы должны страдать от них, поскольку, согласно третьему закону Ньютона физики, каждое действие, оно имеет свое противодействие. То есть каждое действие имеет такое же, но противодействие, но обратное. То есть то, что вы делаете сейчас, вынуждены получить результат от этого. Ни Индра, ни Варун, ни Шанка, никто не может избавить вас от этого, но только тогда, когда вы разовьете преданность, предадитесь лотосным стопам чистого, преданного, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Прабхупада или Шрила Кешав Махарадж. Если вы примете посвящение дикшу от них, дикша, одно из значений дикши — это сжечь все ваши, сжечь вашу карму с всех предыдущих жизней, подобно тому, как в сток сена, если кинуть спичку на сток сена, то этот сток сена сгорит, и также карма. Или даже не сток сена, а какое-то поле, склад сена в Каракпуре я видел однажды. Я был там давно достаточно, меня пригласили на день явления Шрилы Джанардан Госвами Махараджа. Он был учеником Шрилы Прабхупады. Я говорил харикатху там в тот день. И на следующий день внезапно увидел, что горит этот склад сена. И полиция приехала, кто ж занимается, что случилось, и там он, один Вишну Махарадж был там также, и что это и вот если какая-то, у вас много грехов, подобно
кладу сеном, если вы получите дикшу честь настоящего, чистого, преданного, если он благословит вас, но опять же дикшу нужно совершенным образом получить. Если ваша дикша совершенна, то тогда и тогда вы можете избавиться от всех ваших прошлых грехов. А если ваша дикша, ваше самопредание в то время не совершено, то тогда вы получите согласно степени вашего самопредания. Соответственно. И вот в то время, когда один ученик он полностью предается, то тогда в тот самый момент он очищается, он обретает силу совершать Кришна Баджан. И поэтому Ришабхадев говорит: «О, мои сыновья, я не думаю, что стремиться к материальным наслаждениям подходит для вас». Поскольку в будущем вы получите последствия за все это, а в семейной жизни постоянно какие-то проблемы возникают. И я вчера говорил об этом также. Один очень бедный человек, он работал в каком-то магазине запчасти от мотоцикла. И в том магазине этот бедный человек работал, сколько денег он может там надеяться получить. Но когда он женился, то новая жена начала требовать, нужно то сари, те украшения и прочее. Но жена говорит, что я, а муж говорит, я беден, что делать? Ну, не знаю ничего, давай денег. И вот он под влиянием жены, он был очень честен. И когда жена начала давить на него, что... Прохлад Махарадж также говорит. Я в седьмой части Бхагаватам буду говорить об этом. И тот человек вынужден был воровать запчасти, но сначала был очень честен. Но то, что ему хозяин давал, на Дурга Пуджу какой-то бонус ему выплатил, но все равно мало было. Но жена говорит, мало, давай еще. И а тогда он потом вынужден воровать эти запчасти, и потом продавал кому-то на черном рынке, какие-то деньги от этого получал для своей жены, не для Верховного Господа, а для жены. Посмотрите, какая ситуация в семейной жизни, и пытайтесь понять, следовать этому уроку. Вам не нужно не придавать никакой важности тому, что говорят материальные люди относительно этой материальной жизни. Они все, что они говорят, это неправильно, и каждый раз вы будете встречаться с каким-то поражением. И поэтому, мои сыновья, слушайте, этот ум, он мастер, он повелитель ваших органов чувств. И ваш ум, он автоматически, он бесполезен. Ваши органы чувств также. До тех пор, пока вы не разовьете связь с Васудев-таттвой. Почему? Ришабхадев, он использует это слово Васудев. Какова причина? Питир наджавад майвасудеве, питир наджавад майвасудеве, но мучате дехо йоге натават. О, мой сын, мои сыновья, ваш материальный ум, я уже говорил вам,
о секретной технике. Я говорил, ваше тонкое тело и грубое и тонкое тело. Тонкое тело, из чего оно состоит? Его видеть нельзя, а оно состоит из этих элементов, из ума, сознания, аханкара, ложного эго. И это ваше тонкое тело, оно занимается тем, что переносит вас с одного грубого тела в другое грубое тело. То есть во время вашей смерти оно поменяет грубое тело, тонкое останется. И таким образом нельзя освободиться от этого. Но и каково же решение? И поэтому Ришабхадев говорит. This kind of living and one body and take another body. Living that body and take another body. It's a must. И этот цикл перерождения он продолжается, и вы не можете остановить этот цикл рождения и смерти только и только когда вы сможете принять прибежище Васудева. Почему этот термин используется? Васудев, поскольку на санскрите мы можем объяснить таким образом, те, кто находится в сердце каждого, его имя Васудев, Васатети Васудев, то есть он пребывает в сердце каждого, сидит буквально, и вот до тех пор, пока вы не разовьете прити, то есть такую прити значит, это более такое моти слово, это какая-то привязанность, но прити это какая-то любовь, значит нечто более возвышенное. О, сыновья, вы не можете остановить цикл рождения и смерти до тех пор, пока вы не развьете сильную любовь лотосным стопам Васудева. И какова же сильнейшая окова в вашей жизни, вы знаете? Слушайте внимательно. मिथुनी भाव में तब तयोर मिथो हृदय गंति माहू पुंशहस्त्रिया मिथुनी भाव में तब तयोर मिथो हृदय गंति माहू the knot you know locking ये तो अकुवा पदुना what kind of locking you are developing your strong love любовь к вашей жене или к мужу. Все отношения между мужчинами и женщинами, имеется в виду, все дживатмы, они все пуруши. Пуруш, этот термин используется, то есть пуруш, ну, пуру значит, те души, которые пребывают в материальном теле, они пуруши называются, а есть два вида пуруши. Первый – это дживатма пуруша, а второй – параматма пуруша. Я уже говорил об этом. Если будете изучать каждое слово беспристрастно, всю вашу жизнь никто не может обмануть вас, я обещаю вам. И вот, те, кто думает, что мы мужчины, или те, кто думает, что я женщина, это все ложно. Не вы женщина, не он мужчина. Это все ложно. Это просто украшение, которое на вас. Вы скоро оставите ваше тело, и в следующей жизни вы можете принять противоположный пол. То есть в этом жизни вы мужчина, станете женщиной, и наоборот, может быть. И татва-гьяни, они никогда не видят людей, как мужчин или женщин. Они самосознавшие себя души. И вот самосознавшие себя души, они не
у них нет такой телесной концепции жизни. И вот смотрите. Это самая крепкая окова. И как избавиться от этого? Ришабхадев дает наставление. Очень прекрасное наставление. Это уникальное наставление. На каждом шагу, если вы... И вот общение с Верховным Господом. Хамсе Гуру. Хамсе. Седьмое окончание. Седьмой падеж. Хамсе Гуру. Тот, кто Хамса, тот Гуру. Что это значит? Учить санскрит. И вот Парамахамса Гуру Вайшнава, если вы служите им, то автоматически что произойдет? Данда значит, сейчас вы находитесь в какой-то сложной ситуации. У вас сомнения, иногда вам хорошо, иногда плохо. Данда значит. Это спор, сражение. Данда самадж. Нужно изучать все эти термины. Мы. У нас мало качеств преданных. Все общество деградирует. Нам нужно качество, не количество. Гуркишавадас Бабаджи Махарадж, он хотел качества, а не количества. Лучше в моем ученике, в моем, за всю свою жизнь у меня будет один ученик, который расцветет, подобно цветку. И вот, это данда иногда хорошо, плохо, иногда жарко, холодно, мы счастливы или несчастливы, это данда самадж называется. То есть какие-то противоположности. И мы должны и через служение садгуру Парамахамсам, это уникальный путь, и через него можно избавиться от всего неблагоприятного. Я уже говорил, Кришна говорит Удаве, о Удав. И как избавиться от этих материальных оков, я говорил уже. И этот материальный оков, материальное рабство, это с помощью гуру Вайшнавов очень просто избавиться от этого влияния. Вы думаете, что находясь в майе, вы можете совершать баджан? Нет, это глупо. Когда вы находитесь в майе, вы не можете начать харибаджан. И если вы всю жизнь сражаетесь с майей, то тогда, когда вы сможете избавиться от влияния майи, начать настоящий харибаджан? И когда какой-то брахмачари или саньяси, те, кто хотят совершать баджан, они смотрят куда-либо, куда бы они ни смотрели, они могут видеть конечный результат тех вещей, которым они могут чувствовать какую-то привязанность, татва-дарша. Если вы видите что-либо, те татва-дарша,
можно следовать их жизни, они не изобретают какую-то философию для вас. Они в своей собственной жизни, они подобны огню, они следуют всему, они не просто говорят вам одно, а когда вас нет, делают какие-то недостойные вещи. Нет, куда бы вы ни смотрели, когда бы вы сейчас принимаете семейную жизнь, но все же вы развиваете знания, в чем проблема? Вы можете развивать непривязанность. Нет никакого вреда в этом. Я уже сказал насчет преврата. Те наставления Брахмы, вы можете развивать непривязанность. И тогда вы увидите, что ничего, кроме Кришны, куда бы вы ни смотрели, вы не можете видеть каких-то мужчин и женщин. Вы только Кришну будете видеть, пребывающего везде. Sarvatro yantor vasanavagatya jiggasaya tapasya nivritta. Very nice thing. Sarvatro wherever you look, и куда бы вы ни смотрели, вы можете видеть последствия, результаты тех действий. И другой вопрос: если вы хотите служить лотосным стопам чистого вайшнава Парамахамсы, то после этого вы должны спросить себя, если у вас нет такого самовопрошения, то вы не можете стать успешными. Вы должны спрашивать себя, кто я, как долго я буду жить здесь, и какое благо я обрету, занимаясь теми или иными вещами. Вы должны спрашивать себя, и до тех пор, пока вы не разовьете таких качеств, нельзя думать, что вы сможете начать баджан. Это первый признак из веданты. Вот Адхата Брахма Джигьяса, задавать вопрос о вашем наивысшем благе. И Парикшит Махарадж также спрашивает у Парикшит Махарадж Шукадева, он также спрашивает, какова же моя обязанность. Парикшит Махарадж Шукадев Госвами, он Шукартали, он спрашивает, какие же мои обязанности? Каковы обязанности тех, кто обречен на смерть сегодня или завтра? Вчера кто-то сказал, что я пошел на рынок купить фруктов, а смотрю, там какой-то лампочка горит. Ну, в общем, так случилось, что тот человек, у которого я вчера покупал фрукты, тот человек уже сегодня умер. Ну, все, пришел опять за фруктами, а человек уже умер. Ну, ему не так много было, максимум 50-60 лет. То есть в любой момент вы можете умереть. Это чувство должно быть непосредственно прямое чувство у вас такое, не просто какая-то философия или слова. Этот вопрос должен быть в вашем сердце. Такое ясное, прямое чувство должно быть. Не какая-то философия, что мы как бы знаем, что мы умрем. Нет, вы должны чувствовать, что в любой момент вы можете умереть. И до тех пор, пока вы не разовьете такое самовопрошение, не может быть никакого прогресса. Вы можете носить тилок и прочее, но прогрессировать, не задавая себе таких вопросов, нельзя. Итак, вы должны спрашивать себя снова и снова. И Парикшит Махарадж, он, когда к нему пришло это самовопрошение, Yoginam param gurum purushasya hayat karyam miyamana sasarvata. Those who are going to die. И вот те, кто умрут,
какова же цель, какова же, какой же путь? О, Гурудев, я хочу избавиться от этого, но мы хотим жить в этом материальном мире. Мы никогда не хотим оставить этот мир. Так много наслаждений здесь, зачем же уходить? И вот таким образом Парикшит Махарадж спрашивает Шукадева, how to go out of this question? This called self interrogation, and this Rishabdev giving answer to all. Как он спрашивает насчет этого? Кто я? Какие мои обязанности? Что делать? И Ришабхадев он дает наставление своим сыновьям. Из них Бхарат наилучший. И сейчас мы будем говорить о Бхарат Махарадже, то осознание, которое он обрел, когда отец дал ему наставление, Бхарат Махарадж, он лучший из всех, кто мог принять учение своего отца и гуру. А другие сыновья, девять йогендер, они тоже могли принять его слова и осознать, понять их должным образом. И вот сейчас я хочу, буду говорить о баджане, который совершал Бхарат Махарадж. Вся Индия, эта страна, названа именем Бхарат Махараджа. Он был великой личностью, он настолько был серьезен, настолько искренен, когда он повелевал этим миром. Через какое-то время он решил оставить всю свою семью, все богатство и отправиться в лес и начать баджан. И куда же он пошел? Когда вы идете, если вы пойдете в Кали-Гандаки, это река в Непале. Там очень такое прекрасное место, высоко в горах. И вот на берегу этой реки Гандаки лес. И Бхарат Махарадж, он отправился туда. И он начал баджан с полной концентрацией, с полным погружением. Он с раннего утра принимал омовение в реке Гандаки. Он совершал баджан весь день, повторял гайтри. В воде он повторял гайтри. Днем или зимой, неважно. Тем же самым занимался, ну, в смысле, совершал баджан всегда. И после этого, смотрите, но вначале я хочу сказать о том, что Ришабхадев, почему он явился в этом материальном мире, и после этого продолжим о Бхарат Махарадже. И Ришабхадев, он... So nice looking, what to speak. Он аватар Верховного Господа. Он был очень прекрасен. Он был очень прекрасен с глазами, подобными лотосу. Его руки и ноги, они были настолько прекрасны, что если посмотреть, можно просто восхищаться им, и его грудь, она была, ну, очень, он был очень силен, имеется в виду, очень могуществен. И Ришабхадев, он принял решение отправиться в лес и совершать баджан. Он хотел явить Парамахамса Дхарму. Та причина, по которой он пришел сюда, чтобы дать нам урок. Мы уже слышали его наставление, а потом Ришабхадев оставил свое тело. И что же он сделал? Он оставил все царство, все сокровище, все богатство, всех жен и ушел один, обнаженный. Он даже не взял никакой одежды. Его голова, она... Oh, you see,
Но он ушел полностью обнаженный, его тело, оно немножко, как сказать, покрылось пылью, он стал черный, он вел себя как сумасшедший, он начал совершать баджан, подобно питону, который лежит на одном месте, ждет, пока добыча сама к нему придет. И тут, если по какой-то случай еда мимо него проходит, он ест ее. В жизни питона не видно никаких действий. Это такое. Такая тапасия, такая аскеза. И вот Ришабхадев, он начал являть такую парамахамсандарму. И что же он делал? Он лежал в одном месте, подобно питону. Кто-то давал ему еду. И он принимал ее, не давал долгое время, не принимал. Он даже испражнялся там же, даже никуда не отходил, ну, как корова. Они как бы испражняются и там же лежат. И также Ришабхадев подобно сумасшедшему вел себя. But very nice, эти испражнения, они источали прекрасный аромат. Не было никакого противного запаха. Наоборот, за километры, куда бы воздух не дул, такой аромат был подобно. Запах был как благовоний. So you know, understand that Ришабхадев is not ordinary person. Поэтому можно понять, что Ришабхадев он не обычный человек. It is written, man. Come on, I am not. Аватара Верховного Господа, это описывается все. И вот. Пуришо суровир сугандо байустам дешам дасо жоженам самантят суровим чакара. It is written. Дасо жожон. Dasjojan mean how to calculate? I forget calculation. Dasjojan. One jojan, big thing. Dasjojan. Ten jojan. Wherever there's this air going, мера расстояния очень большая мера расстояния и запах был подобен цветкам, он распространялся на эти. На большое расстояние. И Ришабхадев, он решил оставить свое тело. Вначале он отправился в Южную Индию, в Карнатаку и прочие места. И после этого однажды пожар начался в лесу. Через какое-то время вот начался пожар. Ришабхадев вошел в этот огонь и оставил свое тело. И джай, и вот он оставил свое тело таким образом. И вот шестая часть. И здесь мы видим. Прославление Ришабхадева мы находим здесь. Потом седьмая глава Шукадев Госвами говорит, старший сын Ришабхадева, он так или иначе развил непривязанность, и он оставил все и отправился в лес, чтобы начать баджан прекрасным образом. И Шукадев Госвами говорит, Bharatastu Mahabhagavato Yada Bhagavatavani Talo Paripalanayo
Санчинтитостадану сасана параху панчат джанин виссорупо духитарам упуеме. Варатасту, Варат Махарадж, и вот Бхарат Махарадж, панча джанин, ван, you know, виссорупо духити, буйтри. И вот дочь Вишварупы Панчаджани. Бхарат Махарадж, он женился на ней. Бхаратасту Махабхагавату Яда Бхагавата Ванитала Парипала Найо Санчинтитахастадану Шашана Параха Панчаджанин Вишварупа Дхитарам Уподжеми. His ruling. His own country. И вот он повелевал своей страной и потом женился. И creating, you know, five sons. У него было пять сыновей. Сумати, Растробхит, Сударшан, Аваран, Думракету. Их звали вот так. And you know, Барсо, Аджанава Барсо, first I told you, that Barsha will now become famous as Bharat Barsha. Ajanava Barsha. Varshana... Now, by the name of Bharat Maharaj. You are so strong. Поскольку он был очень могущественным, совершал баджан, и в его честь назвали эту Варшу Бхарадварша. И потом он отправился в лес, в Пулахашрам. Пулаха Риши, один великий Риши, он совершал баджан в своем ашраме. И поэтому этот ашрам назван в его честь. Пулаха Ашрам – это место, где Пулаха Ашрам очень-очень давно совершал баджан. Это место, где Бхарат Махарадж был там, и он начал баджан. И вот он совершал баджан. When sun rises, и когда солнце восходило, он видел Бхагавадева внутри этого солнца. И сейчас, если у вас есть возможность видеть Верховного Господа, там, когда вы совершаете гайтри, вы можете найти, что Шри Чайтанья Махапрабху находится там, в этих... И когда солнце восходит, его диск, солнечный диск подобен такого, он сияет, и, как, и вы можете видеть там Махапрабху в своей золотой форме, он там, но если вы слепы, вы не можете видеть этого. И поэтому Бхарат Махарадж, он совершал баджан. Утром он принял омовение, смотрел на восход солнца и медитировал на лотосные стопы этого Бхагавадева. Ну, как в той мантре говорится, это такие слова. И вот он совершал баджан. И вот однажды я уже говорил, что Бхагаван, он хочет проверить вас. На каждом шагу Верховный Господь хочет проверить вас. И перед тем, как принять вас, Верховный Господь, он хочет проверить вас, достойны вы или нет. И Бхагаван Шри Кришна в Гите говорит, Бхагаван Шри Кришна дает, в Гите говорит, те, кто поклоняются мне, я смотрю на них, как они мне поклоняются. Если у них сомнения, какие-то желания, я совершаю баджан, я могу отдать им, отплатить им, что кто-то служит мне, ну, с каким-то желанием, я исполняю желание. И вот в моей жизни
Ultimately, I see they want salary from me. I give salary and go. Go ahead. Ну, в моей жизни я тоже вижу, что некоторые люди как бы служат с таким, как сказать, желанием служения, а в итоге выясняется, что им кроме денег ничего не нужно. И вот также Верховный Господь, Он Верховная Личность, Он также, если видит, что человеку что-то нужно постороннее, Он это дает. И согласно вашему баджану, я хочу дать то, что вы ради к чему стремитесь, какие-то совершенства, деньги, положение в обществе берите. Но для гопи, для враджаваси, Кришна он не может отплатить им. Кришна говорит, я глуп, у меня ничего нет, чем бы я мог отплатить, вы все. Служите мне таким образом, что у меня нет ничего, чем бы я мог отплатить вам. В десятой части это более подробно рассказывается. И таким образом Кришна говорит гопи. Но для других людей Кришна хочет просто делать, дать то, что они хотят, и все. То есть те, кто совершает баджана ради какой-то зарплаты. И Кришна очень, он очень умен, он всегда хочет проверить нас и таким образом. Now, what to do? Now, actually, Kish is doing nice bhajan from right from the morning. И вот с самого утра он совершал баджан. And when he is looking at the sun, когда он смотрел на Бога Солнца, он мог видеть ясно Бхагадева в этом солнце. Evam karmo visuddhya visuddha satya swantar hridaya kasu sarire brahmani bhagavati vasudeve mahapurusha rupo po lakshane si vatso kostuva bhavano mala bhajan sri kostuva vano maladi vano maladidaro गदा दीवी रूपलक्षिते निजो पुरुषो हृद लक्षिते नात्मनि पुरुषो रूपेना विरोचमानो उच्चैस्तरं भक्तिं अनुदीनं मेधमानो मेधमानो रया अजायत. Здесь описывается день за днем он. Он очищался от всех материальных вещей, и он смог медитировать и видел Верховного Господа в солнце. И вот он видел Верховного Господа, когда смотрел на солнце, но однажды. А как тело поддерживается? Он, как Риши Муни. Те, кто Риши Муни, как они поддерживают свою жизнь. И говорится, это уникальное место, где до сегодняшнего дня любые преданные, совершающие баджан с великим вдохновением, они могут обрести даршан Верховного Господа в различных образах, иногда в форме риши, иногда в другой форме он может явиться вам, здесь это описывается. Yatroha Babu Bhagavan Hari Radhyapi Tatro Tyanam Nijo Jananam
Vatsalena sannidha patvaiccha rupena. Still Supreme Lord is there. Но все же Верховный Господь, Он там. Always there. Он всегда там. But actually, но все же tatrasramopadani uvayuto navivir rishat chakres мес чакро надим намо сарит пробара сарватху павитри кароти one river Гандаки нади. И вот одна река Гандаки. Divided two parts. Гандаки нади coming. Она там разделяется на два потока и just circle, just like парикрама. И подобно парикраме течет дальше. Навивидришат чакруир чакру надинамо сарит прабура сарвутху павитри каруты. This way that heaven is river. И таким образом эта река она очищает все. Все там и в этом прекрасном месте Пулаха ашраме он совершал баджан Бхарат Махарадж. И в том ашраме объясняется. Арадханам бибикто упорото висаявиласо упосам врито пасамаха парам нибритим абапо мабапо. Тасмин бабо кило са екалаха пулахасрамо пабане бивидо кушамо кисалайо тулсикам будхи Кандо муло фалопо харишчо самихумано вагавато араданам бибикто упарато висяхи ласо упо сангрито упо самаха парам нибритим мабапа. Huh? What's that? That ashram, Пула ashram, so pure. И вот это Пула ashram был настолько чист. Там много садов было, и он ходил, собирал цветы, листки туласи и какие-то фрукты для подношения Господу. И поклонялся этому Верховному Господу, чтобы Господь был доволен им. И таким образом, очень прекрасно, он поклонялся, но никого не было там, он был один, совершал баджан. Кисалайо туласи камбудхи кандо муло фало пахарисчо самихамано вагавато араданам бивикто упарата висяхиласо упо сангхрито упасамо парам нибритим абапо. Now he is self-contained. He is not feeling any attraction from this material world. Still, и вот, хотя он, находясь на таком уровне, он не чувствовал никакой привязанности к материальному миру, но Господь захотел проверить его. Если вы чувствуете, что вы тоже не чувствуете никакой привязанности к материальному миру, то не верьте вашему уму. Ваш ум — это обманщик. Он может вас обмануть, но в любое время этот ум может обмануть вас. Он главный обманщик. И из-за него в любое время вы можете попасть в какую-то проблему, и вот Бхарат Махарадж совершал баджан. И иногда какие-то экстатические чувства, они являлись на его теле, его органы чувств были под его контролем, но все же Верховный Господь хотел проверить его, все ли у него там хорошо, и вот сейчас я хочу проверить. I like to test you. What kind of testing?
И вот однажды Бараджи Махарадж, он шел принять омовение в реке, Гандаки. Он совершал баджан, повторял гайтри и смотрел, ждал, пока солнце взойдет. И когда солнце восходит, он мог увидеть Бхагадева, Верховного Господа. И тем временем, что случилось? И вот восьмая глава. Экодату маханадьям критависеко найя микавасяку брамьякчарам абхигриннану мухуттатрайам удоканту упобвишаха. Упобивешаха. Экодату маханадьям критависеко найя микавасяку брамьякчарам абхигриннану мухуттатрайам удоканту упобивешаха. One day he gone to Mahanadi. Это Гандаки называется этим. И вот он во время мухурты, мухурта троям, значит, 25 минут умножить на 3. And Khatanguruji got success within Khatvanga. Acha. After that, you see. Вот это в общем время рассказывается. И вот он совершал баджан там. Ekodatu mahanadyam kritavisheko nayamika avashyako. What all he need to do for his bhajan, he was doing everything. То есть все, что нужно было, он сделал, практически закончил. И брамакшара значит это ом. Мы не должны его произносить. То есть не каждый может произносить эту пранаву. И брамакшара, она не отличная от брама гайтри в каком-то смысле. И вот брама мухуту, он с утра, по крайней мере в 3 утра вы должны вставать и начинать баджан. Если вы не можете, не приходите ко мне. Те, кто не могут с утра вставать в такое время, я не позволяю приближаться ко мне. Я очень строг. И вот таким образом он совершал баджан. И в то же самое время, что случилось? One deer, sea deer. Один. Татро тада раджан харини. Точнее, одна олениха пришла. Джала сая бхасаме койбо упо жагамаха. That time by chance. И по воле случая. You know, харин, sea deer. Олениха пришла. And taking water. Чтобы попить воды, она была очень. Taking water from Gandaki Nadi. Она, ее мучила жажда, она хотела пить. Она, и в чем проблема? Проблем нету, но что случилось? Тая, мане тено пепио мане. Мана таддара жол хавар шомой. Айдаге тая пепио мано удаке табо деба би дурено надато мриго патер урунадо локо ваянкар удопата. Вот эту шлоку надо на одном дыхании произносить, иначе вы не браман. То есть браманы должны еще дыхание контролировать, произнося шлоки из Писания. И вот когда она пила воду, в то же самое время она услышала рев льва. Deer is very fear. Ну, а эти олени не очень боятся всегда. You know, deer is so light-hearted.
эти олени не очень слабосердечны. Но они очень боятся всего, даже если они убегают от тигра или льва, даже если рогами заденут дерево, они уже умирают от сердечного приступа, думают, что их уже схватили и собираются съесть. И вот она только олениха только услышала звук льва, она подумала, что лев уже хочет схватить меня, что делать? Она прыгнула в воду, сзади лев, спереди вода, что делать? И вот она приняла решение прыгнуть в воду, но с этим прыжком она еще беременна была. И в то время этот ребенок вышел из ее чрева, и она упала, умерла от разрыва сердца. И этот ребенок очень красив был, очень прекрасен. Но поскольку еще была высокогорная река, течением начало его сносить. Now Raja said that king, I mean now king, not king. Царь думал. Bharatma Singh, what's that? Bharatma Harishan думал, что такое, что случилось. Mother gone. И вот мать умерла. That baby also going. It is my responsibility to protect that baby. И моя обязанность защитить его. In front of me, nobody there. И но никого не было. И что делать? Мой обязанность защитить его. И он прыгнул в воду, поплыл с этим течением и поймал олененка, омыл его и вернулся. И с того самого момента он начал любить этого олененка, целовать его, кормить. Молоко ему организовал даже, кормил фруктами и прочим. И always taking care of that. В общем, заботился об этом олененке. И что делать? Постепенно. Bharat Maharaj был занят служением этому олененку. Он это время занимает, если раньше весь день он совершал Кришна Баджан. В нашей жизни тоже что? Что наша жизнь, все, как сказал Махапрабху, все время нашей жизни мы должны посвящать Кришна Баджану. Махапрабху сказал, что спите вы или едите, всегда Харинаму творите, но мы не принимаем его слова всерьез. Иногда говорим, не беспокойте меня, но что такое настоящий отдых? Харикатха – это настоящий отдых. Вот кто-то из Миднапура приехал, вот он, который помог мне этих коров, привезти. И когда говорит, я днем включаю Харикатху, то жена мне говорит, что дай мне отдохнуть, выключи. То есть смотрите, если абсолютная истина, если какой-то саду говорит об абсолютной истине, то многие беспокоятся, что зачем он говорит так, они не иначе, они чувствуют себя как-то обеспокоенными. И таким образом этот Bharat Maharaj, он занят был в различном служении другом, чем служение Верховного Господа. И вот он как бы собирал фрукты, плоды и фрукты. Это хорошо, но молоко нужно было еще для этого олененка. А где ему в лесу найти молоко? Приходилось ходить в деревню. Да и деревни там особо не было, надо было далеко ходить очень. И когда этот олененок вырос, он ходил с ним, как собака, собирать фрукты и цветы. И тем временем, день за днем, неосознанно, Bharat Maharaj, он терял силу своего баджана, он мог осознать это. День за днем он терял баджан, он думал, что да, это моя обязанность служить ему. Фрукты и
И цветы он собирал. Пытался заниматься поклонением, но оленю он приходил к нему, тыкал носом, требовал, чтобы он играл с ним. Но и однажды он совершал баджан с закрытыми глазами, когда открыл глаза, смотрит этот олененок, съел все подношение, которое для Господа предназначалось, он опять помыл это все, пошел в лес, собрал фрукты, цветы и сказал олене, что не мешай, я баджан совершаю. Но этот олененок приходил, тыкал его, просил поиграть с ним, и так или иначе, неосознанно Бхарат Махарадж потерял свой баджан. И однажды, по милости Майи, вечером он не нашел своего олененка. И когда он совершал баджан на берегу Гандаки, и куда же он ушел, этот олененок? Он здесь, его хорошо нашел. Потом опять совершал баджан, опять смотрит, куда-то пропал олененок. И таким образом он думал о нем, беспокоился. И однажды этот олененок пропал. Куда пропал? Бхарат Махарадж начал плакать. О, Бог Солнца, видел ты этого олененка? Куда он ушел? И ночью он тоже не вернулся. Я очень жесток, я бессердечен. Как я мог позволить этому олененку быть одному? Я должен страдать теперь за это. И мать умерла, и моя обязанность защищать его. Но я настолько жесток. Он думал про себя так, и таким образом он так и не приходил, олененок. Бхарат Махарадж беспокоился, он уже не мог совершать баджан, и в итоге он умер. И когда он оставил тело, он думал об этом олененке. И тогда он родился как олень в каком-то месте. Он не смог стать успешным. И Бхарат Махарадж, он оставил все свое царство, он был великим царем. Всех дочерей, сыновей, богатства, жен, сокровища, власть, он оставил все, и подобно мусору, и пришел в лес. И сейчас он опять попал в иллюзию. И что же делать? О Господь, он отказался от всего, как от мусора, но по милости Майи он опять попал в ту же проблему, как ваша эта иллюзия. И он был вынужден родиться оленем. И Кришна говорит, то, о чем вы думаете во время смерти, вы обретете то. Во время смерти вы можете обрести то рождение, о котором думаете во время смерти. И таким образом, смотрите, Бхарат Махарадж, он совершал баджан, но потерял свой баджан. Он думал об олене и в итоге родился как олень. И такой результат последствия его мысли во время смерти. Будьте осторожны. И после этого, как он совершал баджан, он опять совершал баджан в том же месте и стал успешен. जबदार्थाश्चरोके वाचकल्पदरुषिक बासनिवेशो पतितानं पावनिवेशनजोन। It is my request to you all, after हरिकथा is over, at least for 10 minutes, you will have to do sankirtan. Don't follow me. Моя просьба к вам после харикатхи хотя бы 10 минут совершайте санкиртан. Это моя просьба, это наказание, это указ Шри Чайтаньи Махапрабху. Хотя бы 10 минут совершайте санкиртан громко. Don't go with me. You stay and do sankirtan for some time.
After that you can go.